Урок безопасности был организован районным обществом спасения на водах и отделением МЧС Ленинского района. В ходе 40-минутной лекции только полезная информация. Как спасать и оказывать помощь провалившимся под лед, как вести себя, оказавшись в экстремальной ситуации, и на что обращать внимание, чтобы в нее не попасть. На водоемах есть приметы, которые говорят вам о том, что это опасные места. Это лед нехарактерного цвета, это район камышей, это район спусков. Ленинское отделение Всероссийского общества спасения на водах было организовано не так давно, в конце 2018 года, при поддержке главы муниципалитета Валерия Венцеля. Первое мероприятие, в котором участвовали специалисты общества, — проведение крещенских купаний. Урок безопасности – очередная инициатива, направленная на повышение безопасности нахождения людей на водоемах. Было подписано соглашение между администрацией Ленинского района и нашей организацией о совместном обеспечении безопасности на водных объектах, за контролем на водных объектах и различные мероприятия по обеспечению безопасности. Опять же, на водных объектах, с школами, с детскими садами, с различными другими учреждениями. Наглядные пособия, демонстрация видеоматериалов, постоянный повтор того, что наиболее важно. В занятии приняла участие актриса, телеведущая, каскадер Осман Делебаш. Она является чемпионом мира по нахождению в холодной воде. Час Осман провела в ледяной проруби. А потому ее советы как практика особенно важны. Сохраняйте спокойствие. Помните о том, что ваша одежда продержит вас на поверхности еще некоторое время, пока она не намокнет полностью. Подобные лекции раньше проводились в школах района. Они стали хорошим дополнением к урокам по основам безопасной жизнедеятельности. И это приносит определенные плоды. По мнению представителя ВОСВОД Московской области, наш муниципалитет один из самых благополучных. В Ленинском районе, как и во всех остальных, работы хватает. Есть дети, есть отдыхающие, есть санкционированные и несанкционированные места отдыха у воды. Ну и в соответствии с поведением. По практике, по статистике, в Ленинском районе достаточно дисциплинированное население. Несмотря на это, обороты по ведению профилактической работы будут только нарастать. За зиму многие привыкли без страха передвигаться по льду. Но зима на исходе, и совсем скоро это может привести к печальным последствиям. Проведение одного из первых уроков безопасности поведения на льду именно в этой школе актуально как никогда. Учебное заведение находится на берегу пруда, где местные жители за зиму проложили несколько тропинок. Теперь гражданам придется побороться с искушением пройтись по льду, срезать путь и сэкономить несколько минут. По словам представителя ВОСВОД Московской области Дениса Белкина, в ближайшей перспективе намечено создание в Ленинском районе клубов юных спасателей. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.